Здравствуй, случайный зритель. Ты находишься на канале Гем, а это значит, что пришло время очередного обзора на новеллу. Сегодня это будет Стингер. Новелла эта доступна на сайте Anivision. Нет, под пометкой Anivision Gen 3. Это значит, что игра сделана за 10 дней членами русского сообщества любителей визуальных новелл. Кто назовет такой проект качественным, явно не отличается интеллектом. Однако на полчасика скоротать время щельком покатит, администрации канала Ген не одобряет спиртные напитки и пиво в частности. Так или иначе, не будем затягивать и начнем этот огрызок обзора. Так как геймплей на каждую концовку составляет 5 минут, растягивать повествование особо нечем, но я все равно попробую. Начинается игра с описания местного мира. Разработчики решили не извращаться и взять довольно популярный в нужных кругах сеттинг стимпанкового технофэнтези. Рассказывается также и о Стингере, системе автоматического поиска пары. Да, если кто-то не понял, то Стингер — это игра слов с Стингером. Нам и самим предлагают заполнить свою анкету. Первый вопрос звучит как: что важнее, семья или карьера? Если мы выбираем карьера, то включается сюжетная линия детектива Теодора, если семья, то киллера Арен Розетти. Мне довольно понравилось это решение, и я уже было подумал, что и другие выборы на что-то влияют, но игра меня обломила, каждый из двух дополнительных вопросов влияет ровно на одну реплику. Обидно. Итак, они встречаются в изысканном ресторане. Дальше идет обычное свидание, где мы можем выбирать свои реплики, которые определят концовку. Жалко, что такой классный концепт с анкетой раскрыт не до конца. Так или иначе, в ресторан врывается банда Розетти, которой принадлежит Арена. А вот что произошло дальше? Я вам не расскажу, ибо новелла и так короткая, а спойлерить концовку не в моих интересах. Разумеется, для проекта, склетанного на коленке, писать музыку было бы слишком жирно. Поэтому автор решил сделать выбор из музыки, незащищенной авторским правом. Выбор, кстати, довольно неплохой для такого и то музыки. Чувак, ты думал, что-то здесь будет? О, нет. От тебя воняет говном, даже отсюда чувствую. Если не возлагать на эту новеллу больших надежд, то, как я и сказал в начале видео, вполне можно убить на нее минут 20. Для 10 дней новелла сделана вполне добротно, ее вполне можно было бы выдать за демо-версию какого-нибудь продукта побольше. Однако имеем что имеем. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться и поддержать его лайком. Подписка не даст вам пропустить новый ролик, а лайк поможет другим работягам найти это.